На карте города Ульяновска появилось еще одно новое интересное место. Это музей забытых вещей. И как бы ни странно это звучало, музей появился на мусоросортировочном комплексе. Здесь мусор, то есть вещи, обретают вторую жизнь. Многие люди, впервые услышав о музее ненужных вещей, совершенно искренне полагают, что им придется рассматривать выброшенные на мусорку зонты, ключи, косметички, сумки, зажигалки и другие старые вещи. Однако название музея не стоит понимать буквально, оно носит лишь символический характер. Экспозиция музея предлагает окунуться в забытую культуру и быт горожан эпохи СССР и 90-х. В тот мир, который мы уже почти забыли. У нас приходят школьники и прочее, пенсионеры приходили недавно со старших домов. Которым интересно, они смотрят, на самом деле для кого-то это целая история. Кто-то говорит, да это был у меня первый фотоаппарат, он, дедушка слезу пустил, он что взял такой, говорит, я о нем просто мечтал, говорит, у меня где-то же дома он лежит. Старые пленочные и цифровые фотоаппараты доживают свой век на стеллажах из ящиков. Первые мобильные телефоны, кассеты и пленки с музыкальными композициями, кинофильмами и мультфильмами поражают своим хорошо сохранившимся внешним видом и работоспособностью. И даже нарисованные открытки 40-х и 50-х годов прошлого века еще не до конца выцвели и потеряли былую роскошь и очарование. Сегодня таких стеллажей на территории Ульяновского ресурсосберегающего комплекса по обработке отходов уже больше двух десятков. Идет постоянное пополнение коллекции. Ведь кто-то вложил в них руки, силы, умения. Кто-то купил, кто-то пользовался, была память. А кто-то взял и выкинул. И мы подумали, что нужно все-таки попробовать хотя бы для своих работников еще объяснить, что надо очень бережливо относиться к самой природе, не брать лишнего. Подобные экспозиции уже есть в Калужской и Иркутской области, Краснодарском крае и Питере. Планируется, что официальное открытие Ульяновского музея состоится в 2019 году, а экспозиция станет выездной, чтобы охватить как можно большее количество людей, которые увидят вторую жизнь старых вещей. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.